Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Наталья Шардина. Сегодня в серии обучающих роликов небольших вы узнаете, как легко и просто сделать обрезку видео прямо на YouTube-канале. Для того, чтобы сделать эту обрезку, мы заходим в наш YouTube-канал. Сейчас мы зайдем. Вот у вас загрузился ролик. Для того, чтобы его откорректировать, мы его сначала сохраняем, но делаем доступ по ссылке. Вот здесь делаем доступ по ссылке и нажимаем на кнопку «Готово». Ролик у нас сохранился. И теперь мы заходим в наш ролик, нажимаем на название нашего ролика. Он у нас начинает идти. И когда вот он сейчас загрузится, мы с вами и начнем делать обрезку. Итак, внизу под нашим роликом есть клавиша «Изменить видео». Мы на нее нажимаем. И вот здесь сверху в строке мы находим кнопочку «Улучшить видео». Нажимаем на эту клавишу «Улучшить видео». Сейчас еще раз загрузится оно. И как видите, вот здесь есть у нас волшебная кнопка, называется она «Обрезка». Мы нажимаем на эту кнопочку, и у нас появляется шкала для работы. Для того, чтобы регулировать, где нам нужно обрезать, мы двигаем наше изображение. И где вот нам его нужно удалить, например, вот отсюда мы его будем удалять. Есть кнопка «Разделить». Нажимаем кнопочку «Разделить» и идем дальше. Вот этот кадр, например, нам нужно удалить вот до этого кадра. И снова «Разделить». И как видите, у нас этот отрезок выделился. И теперь мы можем удалить его. Нажимаем на крестик. И удаляем. Удалили. Вот видите, сразу вам видно наглядно, что этот отрезок удалился. Если что-то вы сделали неправильно или не так, или что-то вам нужно изменить, есть кнопочка «Очистить». То есть здесь как раз отменяются те изменения, которые у нас сделали. Если я на нее нажму, у нас видео восстановится. Точно таким же образом вы можете либо начало нашего видео откорректировать, обрезать, либо конец. Чаще всего это действительно так бывает. И вот этим бегунком, бегая по этой шкале, курсор встает на место. И вы в нужном месте его останавливаете, этот курсор. Нажимаете снова «Разделить». Нажимаете на конец нашего видео. Опять возникает точно такой же кусочек, который нам нужно будет удалить. Мы его удаляем вот таким образом. Потом, после всего, что у нас получилось, мы, конечно же, сохраняем. Нажимаем на клавишу «Готово». И наше видео без нашего кончика сейчас как раз мы можем посмотреть. Вот без этого кончика наше видео вот так вот сохранилось, точно так, как мы его и обрезали. После этого снова нажимаем клавишу «Сохранить» наверху. И обработка будет занимать некоторое время. Мы обязательно его сохраняем. Наш ролик сохраняется. Мы можем перейти и увидеть, как он у нас сохраняется. Сейчас будет делаться загрузка. И уже в менеджере видео вы этот наш новый ролик, который у нас сохранен с доступом по ссылке, вы можете снова его посмотреть после того, как он сохранится, зайти на клавишу «Изменить» и тогда уже сделать доступ в открытом, нажать кнопочку в открытом доступе. А с вами была Наталья Шадрина. Всего доброго и до новых с вами встреч!